В нашей информационной программе мы уже рассказывали о том, как в нынешнем году благоустраиваются поселения Славянского района. Продолжает эту тему репортаж из Анастасиевского и Маевского сельских поселений. В станице Анастасиевской вопросы благоустройства всегда находятся в центре внимания властей. Делается все возможное, чтобы добиться для жителей поселения еще большего комфорта. В первую очередь речь идет, конечно, о дорогах. Станица благоустраивается, ведутся ремонтные работы по дорогам, прокладывается асфальтирование. Очень важно не только благоустроить станицу Анастасиевскую, но и позаботиться о хуторах, которые входят в поселение. Дорога с щебеночным покрытием протяженностью более 3 километров, которая ведет на хутор Ханьков-2, сделана в 2019 году с хорошим качеством. Проделан огромный, я считаю, объем работ. Это, в частности, мы по краевой программе освоили 32 миллиона рублей на асфальтирование дорог, на отсыпку их в щебеночном исполнении, на грейдирование. Так, в частности, еще выполнено освещение улиц на протяженностью 1 километр 700 метров на 700 тысяч рублей. Проложены новые водопроводы протяженностью 600 метров. Также непрерывно грейдируем дороги. Радует и то, что анастасиевцы проявляют инициативу и участвуют в благоустройстве родной станицы. Так, Елена Мороз много сделала, чтобы детская площадка в станичном городке ПМК-5 преобразилась и похорошела. И сейчас она не оставляет эту площадку без своего внимания. И в Маевском сельском поселении есть зримые изменения к лучшему. Одна из давних проблем – качество водоснабжения – близится к решению. Качество воды оставляло желать лучшего. И постоянно были прорывы на линии. Очень остро этот вопрос стал последние лет 5-6. И в этом году администрация решила наш вопрос кардинально. Нам наконец-то проложили новую трубу и обещают в этом году подключить домовладение. Жители хутора Сербин, где заасфальтирована улица Мира, очень довольны. Они ждали этого не один год. Нас сделали улицу, теперь наши детки могут ходить в школу не в галошах, не в сапогах, а в туфельках, как полагается. На тот год нам обещают сделать тротуар, и улица Мира действительно у нас является настоящей улицей Мира. У нас часто здесь проходят праздники. Не забыт и небольшой хутор Колесников, где обустроена современная детская площадка. С нашей помощью и с помощью администрации мы ее, в конце концов, построили. Мы очень благодарны им за это. Очень. У нас чувствуется голова, дорога у нас подсыпанная. Свет у нас есть, классно. Детям она очень нравится. Бежать, детворе, все сюда, после школы, после садика, все сюда. Она удобная, красивая. Ну, как видите сами, все новенькое, все чистенькое, все очень хорошо сделано. Мы благодарны. Поселение старается участвовать в краевых целевых программах, что дает хорошие дополнительные средства на решение важных вопросов. Работы по благоустройству будут продолжены и в будущем году. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».